Это Воронов Александр Алексеевич. Это из Воронежа, профессор, доктор юридических наук. Он занимается вопросами конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. Он пытается, у него одна из последних работ по этому поводу, пытается объяснить, что такое квалифицированная юридическая помощь. Вообще, нужна ли она в России? Потому что до сих пор есть большие сомнения, вообще, мы с вами тоже это увидим, что такое юридическая помощь и как узнать, что она квалифицирована. Потому что, что такое чай, я знаю. Есть нормативы, а что такое квалифицированная юридическая помощь, пока никто не знает в мире. Ну вот он придвинулся к этому вопросу очень серьезно. Вот один из специалистов.